Не, правда не видно. Мы на выпускной, ребят. Привет. И я забыл ключ от машины. Говорят, в Израиле будет похолодание. Витя. Меня отчисляют, все плохо, да? Мы с директором поговорим. А может, мы там останемся, потанцуем? Пошли. Деловые. Ну, где они там, интересно? Может, тут, может, они не здесь? Клуб вот как клуб. Ну, то есть это помещение, где взрослые вечеринки проходят. Что это? Лук, кабачок, непонятно. Это... Никон. Здесь ставят такую специальную оценку отдельную. Эскалатор. Да. Сована. То есть там горячее поесть, это здесь невозможно. Получил 142 шекеля. Здесь особо нечего. Бизнесом занимаемся. Ну, смысл это? Никогда не кончится. Привет, дорогие зрители! Недавно мы переехали из холодной страны в жаркую и живем на Средиземном море, откуда и ведем свои влоги. А вы на канале Маша Family Shorts Vlog. Не, правда не видно. Так, подожди, надо зеркало открыть. Мы на выпускной, ребят. Да. У Ника на выпускной. Он проучился в этой школе всего ничего, но так получилось, что он на выпускном. Привет. А, нас троих? Ну, давайте. Так, Илья забыл ключ от машины, поэтому мы ждем Илью. Ты вот. Просто перед собой посмотришь. Да, да, посмотри. Выпускной будет в школе. А потом Никон поедет в клуб с одноклассниками. Да. И не только с одноклассниками, но со всей параллелью. Выпускной, да. Поедет в клуб. И мы везем еще мальчика, друга Никона, туда в клуб. И там будет до 12 ночи вечеринка. У них там будет еда, напитки. Сейчас мы едем все вместе, вместе с дедушкой. Он отвезет нас всех туда. Потом мы отвезем его сюда. В общем, потом уже приедем за Никоном. Да, Никон? Да, большой роуд-трип. Ты только, Никон, не трогай все грязное, а то ты в белой рубашке, сейчас ты будешь весь черный. Не трогай рубашку после того, как трогал. Мы сейчас сядем в машину и поедем в школу в первую очередь. Да, сейчас мы едем в школу, сейчас скоро будет 7 вечера, полседьмого вечера. Тоже тяжелый день, несмотря на то, что стало вроде бы на... На 3 градуса типа холоднее, да? Болят в Израиле, что-то... Двери не закрыты, или что? Нет, я вообще не вернусь. А, значит, говорят, в Израиле будет похолодание, значит, на 1 градус, глядишь, похолодает, там где-то 36-35. Тут пока репетиция идет, видимо, выпускного. Это классная руководительница Никона. Витя! Меня отчисляют, все плохо, да? Мы с директором поговорили. Очень мило подошла с нами, поговорила. И Никон теперь боится, что его отчисляют. Ладно, все, я посяду. Там с друзьями, наверное. Ага, давай. Вам тут переведут, если что, я надеюсь. Да.
они, по идее, я не знаю, они, по идее, должны вручить награды тем, кто на отлично учился. Да. Как мне сказали. Да. А потом учиться здесь. Ну, вот наш Никон там стоит с друзьями. Это все наши мальчишки, русскоговорящие. А, вот это вот директор нашей школы. А сейчас пригласили определенные классы в одну сторону пройти, другие классы в другую сторону. Эйал, эрев тов, Максим, эрев тов, Ярин, эрев тов, Орим, Морим, Цевет Анара, и, камуван, Богрей Шихва Тет! Так, мы едем в клуб на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ну, мальчики едут, а мы не едем. Нет, мы тоже едем пока. А, мы тоже пока едем, да. А может, мы там останемся, потанцуем? Да, это уже видно, это уже гора, вверх, да. Центр, вот этот аудиториум. Написано, это здесь, останавливайтесь здесь, да, все, да, вон да, клуб, все. В метре от нас спереди, вот а это вы, здание. А вы можете выходить, вот как вы видите. Ага. Ну, здесь вот сейчас, да, прям вас... Ребята, вы не представляете. Ага. Значит, я здесь не был, но на концерте мы не были. Вырубили весь район. Да вы что? Вырубили весь район. Все. Давайте, все. Все. Аккуратно, только Никон, не сильно дверь. Да, дверь окей. Аккуратно. Так, Эдик, все в порядке. Да, ну, все, хорошо, давайте, да. Мы заберем все, да. Давайте, да, пораньше. Пока. Пока. Ну, посмотрим. Пошли. Деловые. Хорошо. Спасибо, не сказали. Не, ну как, он ждет. Вот сюда вот. Витя, отвезли молодежь. Да, что сюда очень быстро доехать. Ну да, да. То есть ты должен подняться на... С этой стороны нельзя проехать. Да. Понимаешь, да? Вот мы сюда приезжали с Роджером были. Обязательно. Ребят, мы едем за Никоном. Сейчас 12 ночи, почти в школу, завтра к 8 утра. Как говорится, выпускной выпускным, а обед по расписанию. Бахайские сады приезжаем. Так, ну вот, мы опять подъезжаем. Сейчас мы хотели еще с папой где-нибудь остановиться, пока они там. А вот площадка обзорная, кстати, была. Посмотреть на видок отсюда, с горы. Я же все море видно. Здесь так красиво, так красиво. Вот сюда давай. А, ну или вот, а здесь помойки, видишь. А что ты туда не хотел? Давай сюда тогда. Маша, убирай.
Вот мы паркуемся. Уже вот ребята вышли вот в эту машину. Кто-то сел из наших. Ну, это уже было видно, что это наши. Смотрите здесь, какой вид. Весь город. Мы сейчас тут весь край залива увидим. Мы всегда видим. Вот, вот эти вот куски порта, они всегда видны. Ждем выхода. Девчонки ходят, по-русски разговаривают тут половина. Вот, это какой-то отель, видишь? Красивый. Ну, где они там, интересно? Может, они не тут? Может, это, может, они не здесь? Должна записать. Всем же интересно. Ну, давай. Ну как, Никон? Давай, рассказывай, мальчики. Все потрясающе. Значит, ага. Мы съездили в этот клуб. Вот. На входе стоял огромный вышибала. Гора мышц, значит. Он проверял у всех сумки, чтобы не было алкоголя. Просто любую вот. Ну и любую жидкость, да. То есть нельзя было свою воду пронести. А. Да, типа только то, что в клубе. Ага. А дальше надо было... Дальше мы зашли в клуб, там такой небольшой коридор и вход сразу в большое помещение такое. С прожекторами, с музыкой. Ну, музыка очень громкая. И с, наверное... И с этими дым-машинами, но их было мало. Всего две штуки. А диджей был какой? Был, но он типа ничего не говорил. Он говорил только, что вы все собираетесь, поднимайте свои ленивые попы с диванов и давайте танцевать. Ага. Он там периодически что-то говорил на иврите, вот, но не особо понятно. Какая музыка? Давали там картошку фри, самую, наверное, дешевую из всех, которых возможно. И шницели какие-то. Ух ты! Куриные? Да, куриные непонятно что. И был еще типа этот... Как это называется? А, ну были еще всякие с картошкой, пирожки какие-то маленькие. Ага, ага. Ну вот, пиццы не было, вот. А сама музыка только под конец нормальная. В начале тоже была хорошая несколько песен. Потом было что-то сомнительное на иврите, чего я не понял. Но оно сомнительное не потому, что оно на иврите, а сомнительное. Ну, там были какие-то песни такие, не очень посередине. А, ну да, да. Там это он было чередовал, странно. Он чередовал хорошие. Да, он чередовал хорошие, такие ага. Средние. Ну, видимо, чтобы вкус у всех разный, вот, чтобы всем понравилось. Ну, такие как бы были рок, да, быстрые, да, песни? Ну, вот очень быстрые, ага. Я не знаю, что на вечеринке. И кто-нибудь танцевал? Кто-нибудь танцевал? Да, весь танцпол был полный все время. Ну, вы тоже, да, поплясали? Вначале было пусто, и там в середине еще был момент, когда было пусто. Да, ага. Да. Ну, типа там еду. Ну, он наорал, типа, на нас, и такой, ну, давайте обратно на танцпол. Да, ребят. Но там, ага. Там еду в этот момент просто принесли, да. Когда было пусто. Понятно. Не с самого начала, да, вот. Ага. Но вообще клуб вот как клуб, ну то есть это помещение, где угу. Взрослые вечеринки проходят. Понятно, понятно. Туда можно сходить. Большое помещение, да, огромное? Не огромное, но большое, ну наверное... Ну вот как, наверное, вот эта вот вся площадка, да, на которой мы сидели сейчас в школе. Ну так нет, вот и патент. Поменьше. Поменьше даже, да? Ну как вот в Кирьят-Яме. Угу. Такой же площадь. Понятно, о, такой понятно. Же площадь. Ага. Не знаю. Ну, спасибо, Ника. Да, пожалуйста. Мы припарковались. И вот так вот у нас на улице. Видите, как вообще не проехать, не пройти. Это еще, что мы хорошо, что мы нашли место вообще. Да, повезло просто. Потому что один раз мы тут с папой делали 5 кругов, пока припарковались. Ну, наверное, минут 15-20 ездили, пока не нашли место.
У нас здесь вид тоже неплохой, очень даже неплохой. Ух ты, испугалась кошка. Отойдите, а то сейчас кошка чухнет. Не надо, не надо, стойте там, стойте. А то она боится, видите, убежала. Давай, 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 давай. Я боялась, что она под машину. Ну ладно, ребят, на этой замечательной ноте мы это видео заканчиваем. Всем пока, стой. Какая прикольная. 15 шекелей стоит. Что это? Лук, кабачок. Непонятно. Это мы с Никоном заходили сейчас в китайский магазин. Пошли, да. Вот. И тут вот такая, такое вот продается. Вот оно. А что это, мы не понимаем. Мы сейчас спускаемся по самому длинному маршруту в Хайфе. Это лестница, которая очень-очень длинная. Она ведет вниз. Она соединяет Адар и Нижний город с немецкой колонией. Куда мы идем? Мы идем в бизнес-центр. Да, мы идем в бизнес-центр. Это девчонки пробежали. Они служат в местной израильской армии. Поэтому они тут бегают с автоматами. Это нормально. Я, правда, не обратила внимания, были у них автоматы или нет, но вообще они должны быть. Ага. Ну, смотря какой они, в каких войсках. Вот сейчас в Израиле цветет вот это вот красное дерево красными цветами. Сезон его. И это очень круто, конечно. Никон. Классное, да, дерево? Вообще обалденно. Видишь, здесь двор с видом на кукурузу. А что это, кафе, да, Никон? Пойдем посмотрим. Да, я не буду. Хорошо, хорошо. Угу. Вот мы пришли сейчас в этот центр. Вот смотрите, там кукурузина, вон, сзади меня. А здесь, значит, вот отели. Два отеля есть в Хайфе. Напротив Хайфа. Ну, то есть они рядом с вокзалом, рядом с главным шоссе, которое в Хайфу идет и так далее. Но я вам не про это хочу сказать, я вам хочу рассказать... Сними меня аккуратненько. Угу. Я вам хочу рассказать кусочек... Сейчас, сейчас. Вот. В общем, я хочу рассказать про оценки немножко в школе, которые здесь ставят и как бы ставят. Ниже, подойди, пожалуйста. Короче, я хочу рассказать вам кусочек информации про школу. Значит, здесь ставят такую специальную оценку, отдельную. То есть она ставится не за каждый урок оценки, да, как вот у нас. Хорошо работал, вот тебе пятерка. У них здесь ставится, у них оценивается общая работа ученика вот за все время, что он учился. То есть вот я полгода отучился, вот у меня поставили, называется оценка Талмидаут, мне поставили по двум предметам. По математике и по английскому. У меня обе по 90 стоят. То есть это вот за то, что я работал на уроках. И еще здесь интересно, то есть ты не можешь узнать свою оценку за год. И она вообще не зависит от оценок средних. То есть, по идее, они должны как брать? Они должны брать все твои оценки, делить их на количество и получать как бы твой балл. Но учитель может сам поменять тебе балл, если он считает, что ты хорошо в четверти работал. Он может просто взять и тебе финальный балл твой за четверть увеличить или наоборот уменьшить. Здесь так нескольким людям сделали. Им увеличили конкретно, но есть несколько человек, которым им уменьшили. Так, мы с Никоном сели в кафешку. Здесь вот в бизнес-центре. Просто так посидеть. Давно мы так, наверное, уже, не знаю, год, наверное, да, мы не ходили здесь в кафе. Ну, в Макдональдс ходили, в кафе не ходили. Решили вот сходить. Там за стойкой русскоговорящая была женщина, поэтому все объяснили совершенно спокойно. Сагапа, да, она называется? Да. Видите, здесь можно и позавтракать, то есть, ну, потому что это бизнес-центр, поэтому... Ну, вот, смотрите, что мы взяли. Кофе.
Мы взяли Nikon, взял Cola Zero. Вот, Nikon больше нравится. Это такая несладкая штучка. Да, не знаю, что это, честно. Сейчас попробуем. Давайте. Нет, ну давай, пробуй, Nikon, расскажи, сейчас. Как это. А вот с ножичком, ножичком отрежь. На. И окуни в. Ну как? Это оладья с брокколи. Слышите звук, да? Я испугалась, думала, сирена, а Nikon говорит, нет, это скорая подвывает. Там им, когда не полностью нужно, они вот такой звук включают. Ого! Это мы вышли вниз на Парижскую площадь. Просто прогуляться, пройти. Ужас, она такая громкая, кошмар. Да. Я чуть не оглохла. Так, ну ладно, пойдем. Ник, стой, вот здесь вот проходим. Смотри налево. Никого, пошли. Здесь. Можно идти, да. Видите, как здесь красиво? Значит, правда. Да. Еще бы почище было бы, совсем было бы хорошо. Но, в принципе, это считается вот пешеходная такая часть. Да. Полупешеходная. Такая она прогулочная для иностранцев. Вот приехать, один раз пройтись. Но больше здесь ничего нет. То есть город еще меньше, чем даже, например, Дублин. Да? Осторожно, Nikon, машина. В Дублине там две пешеходные улицы, а здесь одна. Нет, да я шучу. На самом деле здесь наверху еще есть, на горе. Ну, тоже очень мало места. То есть вот так вот, правда, вот выйти, погулять негде. Наверное, даже, может быть, в спальном районе там побольше будет мест, чтобы пройтись. Потому что там более такие живописные как бы улицы. На них нету никаких ни кафе, ничего. Но сами они... В кустах, скажем, красивых. Видите, вот здесь вот два таких вот кафешки прошли. Вот одно вот это вот, под сэндвичи, пустое абсолютно. Вот заходишь, смотрите, видите, здесь никого нету. И второе вот это вот тоже проходишь, тут тоже никого нету. Вот здесь вот у них тут меню висит. Сколько тут чего стоит? Вот, вам виднее отсюда. Вот здесь на английском. Так, сейчас меня, наверное, Nikon потерял, а то я такая стою. Израильские сувениры. О боже, смотри, это не израильские, это какие-то... Это какие-то вообще непонятно какие. Это потрясающе. Почему это израильские? Израильские? Ты хоть прочитай, что написано на футболке. И что это? Акольба Седер. Все хорошо. А, да? Да, все хорошо. Не верите? Была бы возможность купить. Все хорошо, да, у нас все хорошо. Все супер, это вообще футболка просто. То есть написано английскими буквами, да? Ивритские слова. Да. Да. Видите, вот еще одно такое дерево красное. Сейчас сезон. Говорю. Да. Вот вы видите пустое место на заднем фоне. Вот я вас разочарую, ну, мы вас разочаруем, там обычно стоит корабль, но сегодня его нету. Говори, Nikon. Сейчас. В порту нету корабля, поэтому там пустое место. Видите очередное кафе? Ну, здесь очень много, прям вот на каждом шагу. Но они такие простенькие, здесь только, видите, будет вот, что то, что нарисовано. То есть там горячее поесть, это здесь невозможно. А, оно и закрыто еще к тому же. А вот здесь вот какое-то открыто рядом. О, смотрите, здорово. Как оно называется? Оно называется
Сейчас я хочу посмотреть, чего у них тут есть. Вот смотрите, и цены есть тоже, да? Я, честно говоря, рада, что мы здесь не живем, потому что район такой, вот эта нижняя улица, она такая промышленная, не очень приятная, на ней всякие личности бывают, не очень. Вот, а это вот, конечно, ответвление тут шедеврально. Вечером здесь все занято, все сидят, пьют, едят. Ну, в основном, конечно, кофе и какие-то напитки едят. Вот, да, здесь, конечно, красота, Италия, да. Смокинг. Никон, осторожно, здесь проезжая часть. Это вот пиццерия, вот здесь вот. Сейчас мы идем в метро, потому что по лестнице по этой подниматься мы не будем. Это самая нижняя станция, Кармель-центр она называется. Сейчас к ней подъедет полный поезд, с той стороны выйдут люди, потом мы немножко подождем и зайдем сами и поедем наверх. Один и тот же поезд едет. Оттуда вот мы пришли. Сейчас вот еще подходят люди как раз к открытию. Надо будет кнопку нажать в дверях. Здесь холодно, кошмар. Да, здесь кондиционер сразу резко так градусов на 15, наверное. Да. Выходим. Я писать написано. Видите, как отличить? Просто с той стороны тоже можно выйти, но там не будет эскалатора. Придется полпути идти пешком. Или весь путь даже. Весь путь. А здесь вот сразу же, видите, раз, как эскалатор. Это вот на арабском объявляют последнее. Тут на трех языках объявляют. А мы выходим наверх. Ничего себе. Вот мы сюда вышли. Да. А если что, какие варианты работы есть? Не надо, бабушки там с ума сойдут, Никон. Да? Ага. Ребенок на работу. Они будут сниматься. Ну вот мы в магазине. Сейчас будем брать. Ну нам совсем немножко нужно. Вот еще, видите, берем колбасы. Разный. Это мы взяли вот сыр и сайру. Сейчас еще колбасу берем. Вот бери вот этот чай за 12,90. Да, вот этот желтый, правильно. Ага. Да, любимый. Угу. И идем дальше. Нет, на доширак мы не смотрим. Мы не смотрим доширак. Мы тренируем силу воли. Перчики еще вот взяли. Вот такие по 11,90. Я их жарю, мне нравится. С чесночком. Но это так. Чуть-чуть. Ну, потому что без машины, поэтому немножко берем. Клади, Никон. Да, сейчас. Так, еще мы взяли чай, да? Я, по-моему. И фарш вот мы еще взяли. Все, пошли. А морковь. Сейчас лука еще надо взять нам. Сейчас с этой стороны. А вот еще мы взяли 6 помидоров и 4 огурца. И идем на кассу. Вот сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Ну все, мы все купили. У нас получилось 142 шекеля. Вот 2 мешка продуктов. Они не тяжелые, но, в общем-то, есть здесь особо нечего. Ну вот так вот. Мы тут с Витей в одном таком бизнес-центре.
Да, Витя? Занимаемся бизнесом. Ага, бизнесом, бизнесом. Таким прям бизнесом занимаемся. Вот. И нам тут нравится. Смотрите, какой он прикольный. Настоящий такой вот бизнес-центр. Мало мужчине дает времени. Да, да, брат. Никон закончил школу сегодня. Отдыхает в такой замечательной позе. Вот одежда у него вот на кровати, стали, да. На столе, мне кажется, что-то лишнее. Да? Мне так не кажется. На самом деле все не так сказочно, как кажется. Мне еще несколько недель ходить в школу, вот, потому что у меня есть курс КАЭЦ. По всем предметам. Курс КАЭЦ — это летний курс. Так и переводится. Ну, мне еще несколько недель ходить в школу, у меня летние курсы будут, вот, надо, будет по физике и по ульпану, вот. Два курса. Получил сегодня аттестат, мы сегодня получали аттестаты. Сегодня никто не учился, мы пришли в школу. Нам показали несколько роликов там за весь год с классом. Потом начали выдавать аттестаты. Параллель приносили пиццу, мороженое, я не знаю, много всего разного интересного, вот. Конфеты еще были. И выдавали аттестаты. Вот мне тоже выдали, я прошел на 5 единиц по математике и 5 единиц по английскому. Ну да, здесь такая система, что можно чтобы учиться единицы, на 3 да. единицы, на 4 единицы и на 5. Как у нас, можно вот база еще, и профиль, но здесь еще есть вообще-то. Посредине. Вообще-то можно и на 2, и на 1. Да? Просто у нас в школе таких услуг не предоставляют. А, понятно. Вот, то есть Никон прошел на то, что хотел. Я прошел на все, что я хотел, да. И получил все, что я хотел. Не все так получили. Вот. Потому что Дед Мороз все, что я хотел, принес. Нам выдали, значит, кроме аттестат, еще выдали фотографии, где весь класс и еще одна большая, где вся параллель. Потом выдали фотографию в рамочке из Иерусалима. Я, правда, туда не ездил. И еще есть красивый значок с моим именем. Вот, может быть, на холодильник его приклею. И два письма, одно пригласительное на летний курс, другое сообщает, на какие предметы ты идешь и куда. Вот. И, по-моему, там еще какая-то бумажка есть, на ней что-то написано, но я не знаю, что. А, вот это вот, где нарисован мышонок, да. она какая-то прикольная, типа, все, я перевела да, переводчиком, понять, типа, там, все в жизни, ну, как бы, по кругу идет, и никогда ничего не кончится, в общем, одно заканчивается, другое начинается. Ну, смысл школа будет. Никогда не кончится, господи. Кончится, детство кончится когда-то, как в песне.